Hello guys, welcome back to my YouTube channel Vibe with Precious. How you guys doing today? Hope you guys are good. Okay, so today we're going to be reacting to a Russian song, and it's written in a Russian language and which I do not understand, but I looked that up and I saw it was Russian army singing Oops That We Sat Up Brothers 2022. Okay guys, let's get right into the video. Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они не правы. Даже там, если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип. Он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить. Вот это было не так, и это было не так. И давайте постараемся, чтобы в будущем этого не было. Мы не там. И как бы наши дети, тех, кто это говорит, они тоже не там. Они здесь, в Москве. Вот. Поэтому нужно всегда как бы думать, когда ты говоришь про это. И всегда понимать, что там кто-то, в общем, умирает. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коням мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коням мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, жили, любили. Их 40 000 сороков, Руси не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. И полыхнули те лимонокаты, бабы плачут, а малые ребята. А мужики все брат за брата, вышли за родину воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коням мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. А не пристало нам сидеть по хатам, дайте коням мне да добрый меч. Так в наши хаты пришла беда, жаркая сеча была, да-да. А мы не знали, не ожидали, жили, любили. Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога топили и победили черную дать. Hey! И засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует к нам с войною? Hey! Дайте коня мне на добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коням мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. А не пристало нам сидеть по хатам, дайте коням мне да добрый меч. Пожалуй, к нам с войною.
с войною. Эй! Дайте коня мне на добрый меч. Oh my god, guys, I must say, before I proceed, I would like to give a shout out to all the Russian army. I mean, you guys are doing a very big job trying to protect the country. I must say kudos to you guys. And again, I love the fact that apart from being soldiers, they're also having their own fun in their own way. I really love that, honestly. I love the guy that gave us the peace sign, you know. He's trying to be cool, you get. I must say shout out to them, they are doing a good work. Okay guys, we come to the end of today's reaction. Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to subscribe. See you in the next one. Love you guys so much. Bye.